Приветствую. Девятая серия. Сегодня будем доделывать последнюю батарейку. Как казалось, все в этой теме упирается исключительно в патроны. А их я сделал так довольно-таки с запасом. Плюс можно еще сделать немножечко сапфиром. Сапфиров. Повзрываем сейчас компрессором малость. И будет нас гораздо их больше. Тогда уж совсем не останется никаких преград. ТНТ там накрафтилось с головой. Позволить себе можем. Мне вот этот звучок очень прям зашел так. Всегда нравится этот процесс. Как ни странно, вроде бы как взрывы на базе, с чего бы вдруг, но тем не менее нравится. Какие-то здесь такие ламповые взрывы, они означают добычу, они означают ресурсы. Кстати, интересно, а если сделать... А, ну нет, я не хотел так. Верните, пожалуйста. Я не хотел этого делать. Я хотел себе слушать спокойно взрывы. Это еще столько же батареек, сколько я уже не смог потратить. Я думаю, по загрязнению я тут нормально так сейчас дал жару. I got a TNT, I'm dynamite. Так, такс. Вот тут, конечно, output bus бы поболее надо бы, дабы ненароком не просерить ресурсы, а то и вовсе чест поставить, да и пускай. Или сразу пускай в систему впихивает, да и ну его. Интерфейс. Будь добр один.
Мне кажется, или мы потухли? Типа сейчас несколько обработчиков врубилось, превысилось выходное напряжение, и мы стали. Хороша чертовка. Хороша. В общем, ты теперь можешь грузить. И одновременно вытаскивать тебя же. Всегда это делать. А подключить мы тебя сейчас подключим. Нет, не переживай. Последний кабелечек, чисто вот без этого никак было. Окей, так тут взрывать уже нечего. Вот так вот будет. Итого финальный результат. Финальный результат таков, что у меня 52 теперь патроновых кристалла. Это вот прям дофигище. Титаниум. Рубины. На нерж пустим. Это ерунда. Тут периты, там еще какую-то фигню вроде бы должна вывозить. Периты. Не, периты уходят. Тогда должны быть еще силикон. Силикон пока как бы так себе. Хорошо. Орб последний. Заказываем. Понеслась. Вопрос у меня с моим таким небольшим завтыком заключается вот в чем. Собственно, выбор идет между 4-слотовым, 9-слотовым, это 900 почти, так, тут 100 миллионов, а так будет 900 миллионов, почти миллиард энергии, либо 16-слотовый с запасом, прям конским запасом. Я в ближайшее время не собираюсь больше 32 киловольт использовать и 400 тысяч, хотя можно. Хотя реально можно. И это, наверное, прям. Там надо будет еще и конский провод
Вот в чем дело. Конский провод. И это будет, кстати, первый беленький механизм. А вот нифига ты не угадал. Ты уже будешь дожирать, что есть, наверное. Нет, пока рано отключаться. Там еще нужно трансформаторы подготовить, всю фигню, да и зарядить выживательно сразу эти батарейки, прежде чем рыпаться. Printed Logic. В чем твоя проблема? Вас не проквацали? Ах ты ж ядрическая сила. Автовыгруз-то я настрою. Да. Ну давай. По новой. Я думаю, должно теперь успешно быть. И последняя батарейка на пока что. Так, 16-жильный буфер. Если ставить, то это будет 32 вольфрама. Вот прям бэм, и его нет. Прям готового вольфрама. Что же делать, что же делать? 16 вольфрама не будет при 900-ом. Это будет 2 ампера 32 киловольт. Да, наверное, будет именно вот так. Хотя, вот реально. Лопатрон. Да, их 6 штук, по-моему, нужно на одну такую фигню. Их, если шестерочку умножить на 16, то это 96. Давай не 16, а уже 12 умножаем на 6 штук. 12 на 6, 72. А у нас уже с запасом, и плюс у нас еще и в буфере внутри лежит, и плюс у нас еще шестерка готовая. Я думаю, вольфрам стоит потратить и кинуть туда 16 слотов. Заодно у нас есть уникальный шанс сделать первый прибор на 2К, о, на 8К. Записавший для него большую часть рецептов. Хотя бы корпус. Хотя бы корпусину. Так, это ты делаешь в обработчике. Танкстен. Точнее, вот полиэтилен. Нет, 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 не то. Это я делаю корпус.
корпус делаю сначала. Потом выкладываю вот этот рецепт. Кейсинг. Вбиваю такой. Он мне его довольно быстро должен выдать. Потом тангстен кабеля, 2 штуки. В чем твоя проблема? Силиконовая резина, вероятно, закончилась. Тангстен 24. Это получается из-за меди как-то оно залипло, что ли? Залипло и не дало сделать крафт. Итого, первый 8-киловольтный корпус на этой базе. Но не последний. Вот вас 64 штуки теперь. Пожалуйста. И вы будете 8-жильными, наверное. Нет, 16. Все. Все. Вот так вот. Так они и жили. И это 8 киловольт. Вас можно подключить прямо. Прямо вот туда вот. Восемь. Верно. Должно быть верно. Тут 8 миллионов, только лишь внутреннее хранилище. Кстати, не совсем это хорошая идея. Почему не хорошая? Потому что стоит поставить здесь вот так.
или даже платиновым кабелем одним отсоединить нашу пока систему от зарядки вот этой всей мути. И будет это сделано для того, чтобы вот эта тема получала заряд свой. И после того, как уже она заполнится, все остальное тоже будет туда закидывать. Так, charcoal. Странно, вроде ж. Вроде ж нормально же общались. Так, ты кого выдаешь? Ты выдаешь пиролиску Вутар, а он мне сейчас, по-моему, нафиг не вперся, ибо у меня тут стоит сейчас ойл. Хорошо. Заменим конфигурацию и пусканем по другому процессу. Кстати, вот за никелем можно было бы исходить. Меркурий, походу, уже подскопился. Его можно будет малеха так оприходовать. Ну чё. Еще один источник энергии остался неактивированным. Вот. Турбинушка-то сейчас разгонится-то она, да? Но она станет. А вот так она не станет. И Energy Detector Cover пускай уже сразу будет установлен. Пускай он сразу уже будет готов. Так, нам еще нужны будут трансформаторы. Трансформаторы, которые будут принимать 8 киловольт. Для начала. И выдавать 2. Это EV. Voltage in, voltage out. А в принципе сейчас так и происходит. Это я, получается, могу беспрепятственно сейчас потушить базу и установить сюда новое хранилище.
Я думаю, да. Хорошо, тогда производим электромонтажные работы. Внимание, оголенные провода под напряжением. У нас тут, так сказать, оперативные переключение происходит. Это то самое переключение, когда с секущего этого пантографа исходит огромная-огромная такая дуга на пару метров. Когда рассоединяют линии электропередач большого напряжения, такая вот тема происходит. Так, будем ли мы обестачиваться для переключения? Наверное. Так, тут у нас трансформаторы есть. Один используем, не помеха абсолютно. Проводов здесь тоже будет с запасом. Хранилище тогда нам особо не надо заполнять, наверное. Мы тогда развернем, наверное, выход и рванем бойлер. И рванем гребаный бойлер, потому что у нас не станет воды, а команда на работу будет. Значит, мы отключим его, дадим ему нагнать свое положенное напряжение. И после этого будем переключаться. Так, ожидаем, ожидаем. Вот эти вот батарейки, часть из них можно будет сплавить в майнеры. Вот как раз по 4, 4 на 4 будет. А их же заряженными или разрядивши можно будет также, можно будет спустить на, опять же, орбы. Все, это турбина паровая дочадила, да. Все. Шатдаун. Неужели у М10 уже такая большая инертность? Ну все, вроде там все должно было встать. Так, это 2 киловольта. Это мы рванем, если сейчас отключим. А будь я пьян, я бы себе такое бы позволил бы. К сожалению. Рубануть этот кабель и соединить их вместе. Жильная платина и машин хавы. У нас образовываются машин хавы, их теперь не надо крафтить. У нас есть заготовки под
Под дополнительные бендеры и смелтеры. Все. Остается последний компонент этой устаревшей системы. Бережно вынимаем все батарейки. Да, ты уже начинаешь беситься. Устанавливаем новое энергохранилище. Настраиваем ему нужный режим. Работы. Впихиваем в него 4 батарейки. Ну, собственно, все, которые есть у нас. Подводим к нему 8 киловольт. Это сейчас сливаются буферы. А, и там я понял. И на выход мы отдаем одним трансформатором 8 киловольт, выход, верно. Выход 2. Отдаем всего лишь с одного трансформатора все наши бывшие 4 ампера. А, оно здесь никуда не подключено. У меня реально уже желудок сжался уже. Оно могло не успеть ничего натворить, потому что батарейки еще не заряжены, и оно бы не отдало просто тот ампер. Но все могло бы быть. Так. Итого мы сейчас из 4 ампер 2-киловольтного тока из наших батареек сделаем пусковое напряжение для нашей системы. Я понимаю, их можно было бы и заряженными, конечно, оставить. Тут у нас по лубриканту все окей, по топливу окей, начало заполняться. И сейчас, я так думаю, мы увидим цифру около 16 киловольт входного напряжения. А вот дальше, это уже модифицирование проводки и много трансформаторов для того, чтобы у нас получилось отдать из этого места 8 киловольт, несколько ампер.
Это можно использовать все тот же магистральный провод, но нужно будет использовать трансформаторы перед каждой линией. Перед каждой линией приборов. Шестнадцать миллионов. Весьма недурно. И у нас еще и осталось вот. Вот так вот уже поприятней. Корпуса пока в систему. Провода платиновые, чтобы не занимали слоты туда же. В поштучном виде. И вот это тоже. Окей. Задачник. Задачник, магистраль, Orb Energy, вот он, новый техпроцесс, схем тоже, Bending Smelter, давайте докидаем, или лучше трансформаторов наделать, давайте опустимся в минус первый этаж, нулевой. Смотрите, у нас здесь трансформатор, который не совсем важен, который может быть совсем временно отключен. Он в любом случае сейчас не работает. У нас здесь может быть трансформатор один стоять, который будет выдавать 4 ампера по 2К. Потом сюда, кстати, было бы неплохо, наверное, кинуть отдельную линию. Этот гад там много жрет. В общем, у меня бы получилось бы кинуть бы сюда 2 киловольта. Здесь мы вот эту всю тему тоже с одного 8 на 2 запитали бы. Там 1, 2. Здесь 3. Здесь 3. Я думаю, 3. Хотя смысла здесь немного. Здесь тоже 4 где-то трансформатора нужно будет. Где-то так. Давайте начнем. Давайте 5. 5, 5, 5. Tungsten foil. Почему мы ее до сих пор не можем себе сделать? Там перед входом было написано, что есть риск падения. Все.
Это есть. И вот это тоже есть. И это все у нас... Вот к этому дело отправляется с чем-то замешанное. Вот так вот, чтобы оно делалось одновременно. Tungsten. Окей. И после этого трансформатор мы сможем заказать. У нас все в принципе есть. Пускай делает. Делает шустро. Весьма шустро. Так, завтыки. В честь чего? В честь меня. Завтык, имя, фамилия. Завтык Иваныч. А прикольная, кстати, была бы фамилия. Выдержат ли мои кусачки таких больших передряг? Я думаю, я их так и добью. Таким вот образом. Ну ладно. Ну и ладно. Трансформаторы есть, платиновые провода есть, и еще силиконовая обертка, кремниевая, это не совсем силикон, я, скажем так, не совсем по-честному играю, ай-яй-яй, как так? Воу-воу-воу-воу. Так, МЕ мы можем не тушить. Нам надо потушить только... бойлера и вся эта фигня сама потухнет. Не потухнет, только вот эта хрень будет жрать мое дерево. Выжрать его беспощадно. Так. Трансформатор давайте еще. Это запас. Я думаю, он уйдет. Я думаю, он вполне себе отрыгнет этот запас. Мы делаем сейчас оперативное переключение, такое жесткое. Прям. О, тут можно будет отсюда вот кинуться. И будет нормально. Поэтому вот этот участок мы демонтируем. Возьмем магнит, потому что провода ценноваты. Не хотелось бы их терять. Ага, я понял. Я с этими кусачками не выйду уже. Хорошо. ХСС.
рецепт. Три пластины и одни палки. Палки есть. Пластины есть. Ну а чё? Мы не минимал делаем. Мы мутим хардкор. Вайеркаттер ТДЩ 400 тысяч. Все. Добби спокоен. Теперь мы можем заниматься любым скотством. Кстати, в каких рецептах ты можешь пригождаться, долго искать? Я к тому, нужно ли их вообще там в МЕ поместить некоторое количество или так сойдет. Тут у нас... А я про тебя совсем и забыл-то. Я-то про тебя и забыл. Ну ладно, с зарядником мы как-то договоримся позже. И вообще надо будет проверить, рэпнет ли он от 8 киловольт. Отрубаем. Делаем шатдаун номер 2. Все. Все должно было потухнуть. Теперь мы отключаем потребителей. Потребитель раз, потребитель два, потребитель три. И четвертый из них. Давайте вот так вот. Потом отсюда кроубаром, который я зачем-то скинул. Снимем раз. Демонтируем два. Ух, тяжковато как-то. Неспокойно на душе. Так, этот потребитель тоже обесточен от 8 киловольт. Этот тоже отключен от них же. Так. В принципе, ведь можно было бы кинуть вот этот приходящий кабель по одной стороне. Получается, по вот этой швырнуть его. А тот, который идет в обратку, кинуть по другой. Так было бы красивше, я думаю. И более безопасно. Так, сейчас на данный момент оно идет под потолком,
Ну, при таком раскладе можно будет сделать красивое оформление для кабелей. То есть они не будут просто висеть у потолка, а будут чем-то поддерживаться. Да. Так, если опускаю этот выходной по этой стенке, тогда мне надо будет двухжильные кабеля платиновые на три блока где-то дальше тянуть, чем думалось. Но тогда не будет сильной путанины. Если это сделать наоборот, нет, это будет. Это кабель будет вот там вот. Ух. Это ж что я раньше злой-то такой была? Так, тут у нас рудопереработка, там у нас пиролиски. Так, двужильный платиновый. Ты у нас вот как шел. Ни к чему не подконнектишься. Вот как шел ты, так и пойдешь. Но теперь немножечко все будет по-другому. Это у нас в 2К в 512. Тоже 2К. Все тех же. Это все тех же 2К. Вас мы расключим вот таким вот образом. Вот сюда мы пустим одножильный. Здесь тоже будет достаточно одножилки, ибо трансформатор не сожрет больше одного. Здесь будет двухжильный. Ибо в эту сторону пойдет 2 ампера этого тока.
2 ампера его. Сюда один пойдет. Вообще непонятно, что я здесь воротил вот этим кабелем. Ну, в общем, так он не будет. Определенно не будет. Ты приходишь ровненько по центру, что в принципе даже хорошо. Одножильная алюминиевая проводулька подцепит тебя как раз вот здесь. И еще тут у нас рудопереработка, которая хавает 2 по 512. Значит, здесь будет алюминь. Алюминь опустится по правилам. Опустится на один блок. Вот. Серебряный, да? Он тут нафиг не нужен такой. Это, наверное, пережитки прошлого. Вот. Алюминий. Соединит. Где вас соединить бы этим алюминием? Здесь 2 киловольта пока что. Там он примет, здесь примешь ты до 4 киловольт. Но в будущем тут будут изменения. Которые довольно сильно все это изменят. Тавтология. Алюминиевый одножильный опустит эту тему вниз. С нее пойдет вот так. Потом двухжилкой пока что протянется до следующего потребителя. Да там его с головой. До следующего потребителя дотянулась. Алюминий подключит вот эту тему пока что и подключит дополнительно вот эту тему. Хотя тут было бы, наверное, вот так вот лучше сделать. Поднять просто вот одним кабелем вверх и от него пустить один алюминиевый сюда и второй в эту степь. Вот.
А все почему? Потому что здесь рано или поздно появится жуткий прям потребитель. Это будут доминки. И они будут хавать прям знатно. Они будут потреблять на все свои заявленные. Логичнее будет сделать, кстати, вот самым правильным образом. Разместить трансформатор и к нему уже пока что одножилочкой красивенькой подвести нужные нам амперы. И, кстати, тут же можно будет довольно-таки далеко увести ее, ибо хавать вся эта тема будет только 2, как заявлено на кабеле. Тут можно еще гораздо сильнее сэкономить, если сделать так, чтобы вот этот пока потребитель запитывался от того трансформатора. Я сэкономлю пока на данный момент и трансформатор, и кабеля, потому что у меня там будет еще доступен 1 ампер. Пожалуй, так оно и будет пока. Там ты можешь принять, по-моему, 4 ампера. 4 ампера. Это я нифига не сэкономлю. Ладно. Раз, два. Ты кто такой? Кто ты за чудовище? 512-й. Трансформатор, ты принимать будешь от Седова, что лучше нет вариантов. Только так. Кстати, а веди вправду. А веди вправду, почему бы и нет? Как там, my wife, my rules, вся херня. Хочу будет здесь, на блок ниже. Все. Я все сказал.
то это уже по идее можно подключать. Еще раз, линия 8 киловольт, один потребитель 1 ампер, 8 киловольт трансформатор, второй потребитель 8 киловольт, 1 ампер сюда приходит, разделяется, ничего не касается. Здесь тоже все окей, по-простому. И у меня остается подключение. Так, 86 тысяч из этого хранилища ты забила и забила. Это 300 тысяч. В любом случае тут 2 киловольта сейчас. Тыц-тыц, на. Жив, значит, не 8. Хорошо, скрестим пальцы. Да. Да. Успешно. Успешно. Успешный успех. И третий, кстати, трансформатор нарисовался. Можно будет его сейчас где-то припихнуть. Так, тут у нас базовые такие приборы, которые время от времени только что-то хотят. Значит, они будут кормиться от вот одного трансформатора. Коль уж вы хотите изредка что-то, получайте. И вот эти два тоже пускай вот так вот едят. Хотя там, вот, наверное, будет немного потребителей постоянных, тем более. Хотя не будут, будет пачка целая. Будет, значит, пока вот так. Пока вот так вот. И мы успешно можем тяпнуть сюда один всего лишь кабелек. И все будет у этих пацанов здесь на ура. Как можно затестить, можно рубануть вторую доминку, фигануть все лишнее в систему. Попросить титана изготовить штук. Давайте 60. 60.
продолжить делать дерево. С резиной проблемы. С резиной проблемы. Ну что у нас тут он? Целая пачка решения проблемы. Центрифуга. Воюй потихоньку. Потихонечку занимайся. Выход 4 киловольта. Сварочное железо. Давай орб делай мне еще. Лопатрон. Лохотрон. Так. Полиэтилен. Полиэтилен. И алюминиевая фольга. Два штуки полиэтилена тогда будет. Полиэтилен. Ассемблер мне поможет его сделать. Капаситор этот. И в себя же он его и разместит. Advanced Assembling Machine. Окей. И теперь из тебя по вот этому рецепту лопатрон. Конечно, хорошо, что записал его, но тут вот у нас имеются уже готовые, с которыми не сильно так-то и много чего поделаешь. И мы их сейчас, наверное, в мануальном режиме сплавим. Хорошо. Так, на этом будем заканчивать на сегодня. Дробилка 2К тоже есть. Буфер, буфер, диск. Магистраль есть. Грейверы нет. Все, пока. Пока вот так вот.
Хорошо, все, всем удачи. Я тут продолжу, дошмалю их и буду ложиться уже отдыхать. На сегодня хорош бы уже. Пока.